Я Кристина. Сегодня влог номер два, реванш Матвея. Мой брат, вот он. Мы сегодня с ним опять футбол сыграем. Футбол. Так, кто проиграет, тот танцует. Танец! А тот не проиграет, тот ничего не делает. Играем до 12. Сегодня, ну это как бы тот же день, мы играли до 10 играли, и сегодня, это утро было. А сегодня вечером в обед, полдник, наверное, там 3 часа, поиграем в реванш до 12. Реванш будет номер, может, самый хороший влог. 2. Скажи спасибо, что вы... Спасибо, то, что вы подписались на мой канал. У меня там уже у меня 4 видео, будет вот это 5. На одном у меня там 16 подписчиков, на другом нет. На одном еще там не знаю. Я еще не смотрела. Пожалуйста, ставьте мне классы, подписывайтесь, присылайте мне почту. Лерочка у меня спит. Пока что. Ну, сегодня мы заснимем видео на улице. Как мы играем в футбол только на улице. Там будет большое поле. У нас во дворе. Да. Вот. Лерочка, я, может быть, буду гулять в это время, но не знаю. Она у меня вон, пока что в той комнате спит. Так, начинаем. Так, вот эти ворота мои. А, нет, давай теперь твои ворота поменяемся. Теперь мы меняемся. Вот эти ворота мои. Вот эти ворота брата Матвея. Так, давайте заснимем. Вот это вот. Считается все. Вот это вот считается. И вот это вот. Не считается. Не считается. Где? Вот. Вот. Это не считается. Давайте посмотрим, что в моих воротах считается. Мои ворота считаются вот это вот. Вот. Лера у нас вот здесь вот спит. Вот. Вот. И вот эти ворота считаются. Вот. Вот еще считаются. Вот здесь у меня висит телефон. Вот. Так что так. Сейчас поймем. Может, моего видео долго не будет. Я вам сегодня вечером покажу объявление. Так, ну, начнем. Мы бьем не сильно, играем до 12, влог номер 2. Матвей бьет не сильно. Он поддаваться не будет. Вот. А ты иди еще сюда, потому что видно было. Начнем. Все, теперь я тут стою. Это мои ворота, это его. Я вам сказала, что вот это вот считается. Давай. Все показать соску ее правильно. Нам все показать вот это.
Сласки бутылек? Сколько там счет? 4-2. А 4-3. А, да. Я тебе 3, а ты мне 4. Да. Всем пока. Это был влог номер 2. Лерочка, проснулась.